Есть такой ватник Стероидмен, он рассказывает, что в России жить лучше, чем в США. Так вот, бандиты решили помочь ему спасти бедных американцев, выдавая им вид на жительство в России. Все пранки, которые когда-либо были мной записаны, доступны теперь в пранк-шоу. А работает пранк-шоу как на телефоне, так и на компьютере, даже на холодильнике или на телевизоре. Свежие пранки каждый день в архиве, более 3000 пранков. А самое главное, гибкие тарифы и кэшбэк до 20%. И то, чего вы не получите нигде. Полное отсутствие цензуры. Пранк-шоу – место, где тебе сделают хорошо. Алло, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Меня зовут Коваленко Геннадий Иванович. Я хотел бы вам предложить непосредственно бизнес-проект совместно. Я ознакомился с вашими видеороликами, где вы рассказываете, что в Америке жить плохо. Я бы хотел вам предложить совместный проект для американцев, где мы будем совместно рассказывать про то, как в России у нас замечательно живется, где можно посмотреть, что посмотреть. Я не говорю, что у нас замечательно живется. Я говорю, что у нас не все так плохо, например, по сравнению с Америкой, а в Америке не все так хорошо по сравнению с Россией. Вот. Вот. И я бы хотел, да, вот вместе с вами это все как бы обозревать, хорошие места. Вы мне сейчас чтобы, можете... Чтобы вы, знаете, вы американцы можете... наоборот приезжают к нам, а не наоборот, алло, чтобы в России... Алло, вы меня слушаю. На WhatsApp сейчас напишите, я сейчас в страховой, сейчас я отсюда выйду и наберу вас. Хорошо... Я, может, на WhatsApp напишите, что я номер не потерял. Вам попозже. Хорошо, ага, хорошо. Все, жду, до свидания. До встречи. Бля. Алло, да. Александр, ну так что насчет нашего проекта совместного? Вы как на это смотрите? Ну, нашего-то этого ТИО, вы, у вас какой-то YouTube или что? Смотрите, вот, смотрите, что я вам еще раз расскажу, что я планировал сделать вместе с вами. Мы, конкретно у меня такая идея, чтобы мы, благодаря нашим совместным усилиям, могли американцев наоборот... Вас не слышно. К нам в Россию. Алло. Вы звук отключили. Алло. Алло. Все, слышу теперь. Вы звук, видать, отключили. Слышно, да? Хорошо слышно? Да. Вот, смотрите. Чтобы моя благодаря идея такая, нашим совместным усилиям. Чтобы американцы, наоборот, мигрировали к нам в Россию, а не чтобы русские мигрировали. Вас опять нет. Совместный. Ну, идея-то нормальная, упираешься в другое немножко. Упираешься немного в другое. Каким способом будет идти популяризация данного направления? Вот, смотрите, Александр, я объясняю. Я сам по себе переводчик. Я буду делать переводы ваших видео, чтобы они были на английском языке. Понимаете? То есть, ну, как озвучка. Понял. Вот. И мы будем как бы рассказывать, как хорошо в России, как замечательно, что не все так плохо, что приезжайте к нам, получайте вид на жительство, понимаете? Вот в чем моя идея. Я бы хотел вместе с вами это все сделать. Вы территориально где находитесь? Алло. В Москве нахожусь. А, в Москве? Понял. Я просто еще в страховой, не пойму, то ли здесь плохая связь, то ли у вас, потому что вы периодически у меня вылетаете. Не знаю, не могу сказать. Подскажите, может быть, нам как-то может такой вариант, чтобы мы встретились с вами? Может быть, и можно, надо просто как-то время состыковывать.
Давайте, смотрите, я все-таки сейчас страховой, и как я отсюда выйду, я говорю, я поеду, я вас наберу. Я основную идею понял. Проблема будет заключаться в следующем. Необходимо регистрировать уже в данный момент тогда как минимум домен какой-то и изложить в устной форме то, что вы хотите рассказать, скажем так, людям. Ну, конкретно на английском или, как правильно будет сказать, на американском. Как, я не знаю, как там. Все сделаем, Александр. Да нет, тут все сделать, тут надо делать сейчас. Я вам скажу почему. Потому что для того, чтобы индексировался контент нормально, необходимо определенное время, чтобы он устоялся. Мне главное сейчас узнать ваш ответ. Вы согласны со мной сделать совместный проект? Давайте попробуем. Чем черт не шутит. Но упираться будет еще в следующее. Надо какие-то темы для сравнения просто брать. И все. Ну, совместными, да, усилиями. Я думаю, вот мы встретимся, мы это обсудим. Можно будет что-нибудь, так сказать, придумать. А вы когда примерно освободитесь? Я сейчас просто в Балашихе нахожусь. Вы где конкретно? Я не имею понятия, когда. Ну, я страховой. Вы до скольки будете в Балашихе? Ну, пару часов, может быть, вы там будете еще. Ну, нет, я через пару часов, может, буду уже на месте, ну, там, дома, но вы мне на WhatsApp сейчас напишите. Ну, в общем, смотрите, я пока что сейчас в Балашихе по делам. Потом давайте, как освободитесь, вы мне тогда наберите, и тогда уже подумаем, что делать дальше. Хорошо. Все, до встречи. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного, мы бандиты Вольного.